Более-менее. Пришла пора. Я знаю чего, а вы знаете чего? Правильно. Элитный танк. Так. Все, можно его продавать. Спасибо. Я обожаю этот танк. М3. М4 от Е2. Я обожаю этот танк. Даже назвал неправильно, настолько я его обожаю. Демонтировать сложное оборудование, конечно. Уе. Сразу же 526 тысяч выручили за это. И можно... А может, нельзя? Что у меня тут? Я думаю, самое время купить гусли. Может быть, это поможет снизить разброс во время поворота. О, да я ж в топе. Да нифига ж себе. Начало мне вести, видимо. А может и нет. Сейчас посмотрим. Опять я на, как его там, в Вестфилде. Опять на той же позиции, где был на Т-25 АТ в первый раз. Где я слился по-страшному, потому что оставили весь город без прикрытия наши чурбаны. И вот сейчас, я думаю, стоит мне пойти туда же, либо стоит прикрывать город. Потому что, в принципе, с новыми гуслями вполне я себе быстро разворачиваюсь и могу позволить крутиться. Крутиться, да? То, что в городе необходимо, я могу себе позволить. У меня довольно неплохая пушка, пробивая всех без труда. Наверное, нет, я вру. У меня абсолютно стоковая пукалка, но довольно скорострельная. Зато урон у нее какой-то смешной. Да и пробитие, наверное, тоже не помню вообще ничего об этой пушке, но посмотрим. Все-таки я поеду, пожалуй, сюда. Оба движка я купил, но какой-то медленный. Я эти оба движка купил, я не помню. Я ничего не помню. Мне просто плевать абсолютно на эту машину. Пока я не пересяду на Су-85, я... Считайте, езжу на призраке таком. Надеюсь, что сейчас Т-46 как-то подсветит. Подсветил, молодец. Молодец, слушай, да? Ну, а неплохо. Неплохой дамаг выдает эта штука. Ну, от Мардера 2 стоит бояться. Большой вопрос в том, куда он сейчас поедет. Но я, в принципе, уже вижу, куда он поедет. Куда он поехал, а не поедет. Ой, как я жестко промахнулся. Вот меня сейчас расстреляет арта, потому что ее много, и она скорострельная до жути. Если не расстреляет, я расстреляю ее, потому что что-то здесь должно быть сверху. Кто-то должен был заспауниться сверху. Но, видимо, нет. Все внизу, и я зря стоял, ждал. Да, скорость меня как-то напрягает. Хоть и 43 километра, но такое ощущение, как будто я еле-еле качусь. Может быть, это такая стилистика карты, потому что все зеленое, в общем-то, однообразное, одноцветное в какой-то мере. Бум! Черт. Да уж, такой уж бум. Надо было мне этой артой заняться, да и все. Как отнять конфету у ребенка? Ну что это за издевательство? Так я и знал, что кто-нибудь сейчас меня попытается. Да что тебе не сидится-то? Пушка у меня просто не поднимается на такую высоту. Вообще, вот она все, вот она настолько поднимается. Да зараза вообще. Что ж вы его не сняли? Вот когда я стреляю во что-нибудь, вы снимаете его.
Когда в меня стреляют, никого не снимают. Это просто какая-то издевка. Издевка игроков надо мной. Господи. Как я такой пламя поставил на зажигалку? Ну, наконец-таки М3-ли сняли. Спустя 100 лет. Угу. Надо было мне вот здесь стоять. Хорошая позиция. Беспроигрышная. Тут же арта даже встала. Ну что ж, поздравляю вас, штурмпанзер, с этим фрагом, который вообще нафиг не нужен никому. Ну и остается только чупик. Чупик. Которого сейчас немножко придавят. Да его даже на дома снимают. Смотрите на это, по 19 снимают. Кто ж там на арте сидит? Какие страшные люди сидят у нас за арту, играют. ПЗ непонятно, куда покатился, у него полное ХП, об него рикошетит постоянно, он куда-то взял, откатываться начал. Ну что, 1000 заработаю двое, но 942 всего лишь. Ну и так неплохо. Я еще и по своим попал, ну... Вообще полный дурхаус. Так, ладно. Что бы еще такого? Сколько остается у нас прокачать? У нас остается совсем копейки. То есть остается у нас 21 тысяча. 21 тысяча всего-то. До Е75-го. Но до Е75-го нужно сколько денег? Сколько там денег? 3400, по-моему. Где-то около того. Если я не ошибаюсь. Где 75-й-то? А. 3500. Даже так. Ну ладно, давайте. На данный момент у нас, по-моему, половина. 1 700 000. Ну. Неважно. Я что-нибудь прокачаю. Что-нибудь продам. Все для того, чтобы купить Е75-й. Но, естественно, непрокачанную технику я продавать не буду. Чтобы потом ее опять покупать. Это всего лишь ненужные расходы. Ну, как я уже говорил, я еще хочу прокачать Майбаха. Я имею в виду двигло за 25 кусков. Может быть, я это и успею сделать как раз, пока коплю на Е75. Ну, конечно, не при такой игре ужасной, как я сегодня показываю. Поеду я в тоннель. Если что, у тоннеля всегда можно настрелять на наглые рожи тех, кто осмелится перейти железную дорогу. На это, в принципе, и расчет. Универсальность данной позиции довольно хороша. Если что, в принципе, можно совсем в крайней точке, то есть D1, пересечь железную дорогу самому. И уже оказаться под прикрытием. Главное, чтобы отвлекали врагов в этот момент. И все будет отлично. Ну, на поздней стадии прорыва железной дороги. Ну, а пока что просто встанем, да и все. Будем настреливать. Здесь уже есть 75-й вылезает. Главное, вот не делать вот такой же оплошности, как наши соперники, которые встают просто боком к этой дырище. Должен был попасть. А вот нифига я не попал. Ну куда снаряд улетает? Я понимаю, конечно, что он из-за света выходит, может оказаться вообще в любой точке мира, но вот куда он улетает? Вот скажите мне. Сейчас попал. Может быть, я, конечно, без урона попал бы и все. Здесь главное засвет. Главное засвет, которого у меня нет. Наши начинают спекулировать на высоте. В принципе, довольно успешно. Угу. Сейчас кому-то... Да, 400 ровно. Хороший урон. Хороший дамаг. Да чтоб тебя.
Меня тем временем засветили. И прописали мне почти 400. Да ладно, опять без урона. Так, кстати, очень опасно стоять. Да сколько можно-то? Куда ж я ему так настреливаю, что, в общем-то, без урона? Это еще одна порча, называется антидамаговая. Пробиваешь, попадаешь, все нормально, но... Где урон? Где, мать ваш, урон, я спрашиваю? Я буду через суд урон свой добивать. Ну посмотрите, ну что это такое? Это реальный издев какой-то судьбы. Как это назвать? Вообще не попал теперь. Так, Т-34 меня дразнит. Ну, это все, в принципе, что я могу от нее пусть... А, наконец-то, господи! Я оставил еще меньше, чем у меня сейчас. Здоровье. Так, и с третьей. Я могу его сейчас, в принципе, подловить. Успеть. Если он сюда попрется, конечно. Что-то я не понимаю, куда он делся. Вообще не понимаю. Но вот сейчас кто у нас будет светить, этот тигр. И он не будет вылезать, он будет тупо светить. Вот в чем наша проблема. А нам нечем светить. Нам светить нечем. Так, опять-таки, куда ушел снаряд? Я в суд пойду, буду отсуживать свой снаряд. Куда он улетел? Командир контужен, видимость снижена. Дамажим. А вот и... Не будет мне рикошета. Конечно, мне не будет рикошета. А нет, в принципе, все в гусли ушло. Постой еще немножко! Думаю, что железку уже кто-то пересек. Ой, это я криво. Это я слишком далеко заехал. В принципе, что сейчас можно сделать? Укрыться за широким таким щедрым трупом Е-75-го. А нет, это Т-34, да. Т-34. И настрелить уже оттуда. Как раз она в удобной позиции стоит. Take a good position, что называется. Только у меня эпилепсия здесь разовьется. По-моему, я подставил свою жопу под всеобщие удары противника. Как-то так. Можно это назвать. Когда они все попрут на меня, будет уже поздно куда-то скрываться. Да чтоб тебя, а. Ах ты черт! Долбанный Е-75. Пора мне сваливать. Конкретно быстро и безболезненно, что самое главное. Так, там что-то тайп оборзевает. Надо бы его немножко шандарахнуть. Ну, если, конечно, отступит тот, кто заслоняет все это действо. То бишь тайп 59. Объект, ну что ты здесь стоишь вообще? Объект стоит, вообще ни черта не делает. Полный фуловый. Мы тут всираем, он стоит со своими 700 уронами. Вот, вот так вот. Оу, а где тут можно? Да, вот здесь. Хорошо. Так, отступаем, но не сдаемся. Я прям от всего вообще огня пытаюсь скрыться. Вряд ли у меня это получится, но тем не менее.
Только не обращай на меня внимания, детка, пожалуйста. Это был нужный фраг для команды, я его упустил. Его упустил даже не я, рандом. Так, ну что ж, наконец-то я чувствую себя в безопасности относительной. Тихо, тихо, тихо. Ну куда ты поехал? Ну. Ой, гусля, ну как же так? По мне сейчас Буратино долбанет, я знаю, древесная ты радость. Стой, успокойся. Погоди пока что. И остается только Буратино. Остается только Буратино. Я понимаю, что объект 704 здесь настрелял кучу фрагов, но он добил столько ваншотных. Я думаю, что я гораздо полезнее был в этом раунде. Сейчас прикол будет в том, если сейчас Буратино нас снесет. Самое время зарядить фугас. Надо было это сделать раньше. Эй, какой? Какой? Какой урон ты? Господи, позор. Ну какой захват, ты чум? Вот спалился-то, а? Вот сейчас будет прикол, слышите, а? Вот я же знаю, как это все заканчивается. Да, я знаю, как это все заканчивается. Я знаю, как это все заканчивается. Заканчивается полной жопой медной унитазной. Да ладно, нет! Жесть! Гребаная мать его жесть! Ну как же так? Ну что ж ты за дебилушка-то такой? Ладно, я засветил позицию его. Я так и знал, что он меня снимет. В принципе, у меня шанса не было. Но, господи, объект, это какой-то трындец. Два раза вплотную промахнулся. А фугасы, кстати, не действует вообще абсолютно. Думаю, сейчас нанесу какой-нибудь урон ваншотным. Но нет. Я решил поэкспериментировать, знаете. Думаю, ну, арта так арта. Ее обычно для фугаса для этого и берут на мощных танках, чтобы арту вынести к чертям собачьим с ваншота. Ну, не получилось. А это вообще чудо-юдо. Господи, кошмар, такой кошмар. Это просто что-то с чем-то. Да, такие просто бои. Такие бои лучше не вспоминать, а то описываешься глубоко ночью в кровать под себя. За камешку-то не вставай. По идее, засветил меня он. О, хорошо, бою укладочку. Великий рандом. Сейчас будет опасно. Минус гусля. Кого еще? Да что ж ты так телепортируешься-то жестко? Я заколебался уже. Какое-то время назад телепорты все убрали, насколько вы помните. Но потом они вернулись. Вернулись, никуда не исчезают до
этих пор самых. Телепорты очень жестко мешают. Кто-то мне вешал лапшу на уши по поводу того, что телепорт это не телепорт на самом деле, а просто противник исчезает из-за света и появляется уже потом. Поэтому вот такая вот прерывистая фигня и происходит. Но это все туфта, ну вы сами видели, передо мной прям телепортом двигается какой-то хрен на ИСе третьем. Ну не хрен, конечно, кто-то двигается. И он не исчезает из-за света, это все просто жесть какая-то. Это долбанный телепорт, который задолбал еще всех олдскульных игроков, скажем так, да, которые были с бета-теста еще. Вот это реально задолбливает, и целиться вручную практически невозможно. Если уж совсем глаз не наметан. С этим киберчипом, может быть, он там встроенным глаз ваш. Тогда вы можете попадать, а так... Но это жестко. Все, и с третий встал, и никуда больше он не поедет. Пока что, по крайней мере. А я зачем-то сюда встал. Так, снаряд тупо не туда полетел. Это не моя вина. Видать, я не свечусь. Хе-хе, блин, не свечусь, да. Оу, да ладно вам. Ну, потише. Ребятки, вы не напрягайтесь так. Зачем? Не стоит игра свеч. Анальных. Слив стайл. На меня он как-то не особо действует. В 8 боях из 10 на меня слив стайл не действует, знаете. Кто на моем месте бы 5 раз уже слился? Здесь я не получил ни одного уронного хп. Просто. В таких случаях мне везет, и поэтому я действую абсолютно на пофиге. В большинстве случаев. Просто вот таким вот... Интуристам, как я, реально везет. Такс. Это мой стиль, и он супер рисковый. Пробуем дальше навешать лапшу на уши противника. Этот за горкой, да я даже своих не вижу, о чем тут говорить. О чем тут речь. Может быть, кто-то к нему так пойдет. Но я опять-таки их не вижу, потому что на том же самом расстоянии все это находится дело. Кстати, из-за горки он уже вылез. Ага, кто-то к нам поднялся даже. Сушка к нам поднялась, но... Да какого черта? Кто там артиллерию додумался достать? Каким чертом туда стала артиллерия? Я понимаю, если когда там на нуба арте, который не достает с карты на карту, да? Ну, с угла до угла. Но с У8 она спокойно достает и там в две карты таких простреляет, наверное. Зачем так близко вставать? Единственный вопрос, который у меня возникает. Так, разбираем Фердинанда, он вроде на открытой местности стоит. А нет, нифига не на открытой, кстати говоря. Мне вот что здесь надо сделать, так этот свой танк немножко приподнять. Примерно вот так вот. Блин, да и все. Приподнял только, а его уже сняли. Блин, из третьей все за горкой стоит, но не доело ли ему? Неужели он думает, что его до сих пор светят? Ну его, конечно, светят, но не надоело ли ему? Любой бы на его месте уже подумал 5 раз, что перестали светить. Кому это надо столько времени? Ладно, поеду Су-152 снимать. И с третьей уже дохляк, понятное дело. Скорее всего. Давай. Едь. Прошвырнулся за объедками. Да что ж там такое-то? Что ж из третьей так встал? Он, наверное, обстреливает просто тех, кто находится на четвертой линии. Точнее, на четвертой вертикали.
А другого объяснения нет. Он что-то там жрет, он поэтому не отъезжает. И все это время что-то жрал. Не будет там просто так танк стоять, ну, такое количество. Минут, секунд и чего угодно. Т-95. Я боюсь Т-95, поэтому и не съезжаю, в принципе. Меня запарят. Ну, в принципе, игра, наверное, стоит свеч в данном случае. Мне нужно освободить проход. По-хорошему, да? Проход для своих тяжей. Поэтому, наверное, стоит рискнуть и уничтожить, сами понимаете, из третьей. Ну и встать сюда. Просто встать сюда. А там уже не важно, что и как. По-хорошему даже не туда. Да, не туда, не туда, не туда, не туда. Не туда, потому что здесь Т-95 сейчас выйдет и все. Ну не говоря уже о ГВ Пантере. Блин, у него маска такая громадная. Фига с два, что я сделаю этой штукенции. Так, перезарядка снижена, давайте ее наладим. Надежда вся на Тайпа, который, в принципе, прямо сейчас может залететь и спасти мою шкуру. Потому что единственное, чего я боюсь, это 95-й и, ну, естественно, арта. Арта, которая где-то здесь. Она всегда близко, знаете ли. Ах ты черт! Дальше! Дальше, 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 не вставать! Ну вот вам, блин, встали. Я уже ваншот, мне можно вставать. А вам нельзя, чувачки. Вам нужно дальше. Делать дело. А где наш старт? А что она делает вообще? Непонятно. Что она с Т-95 делает? Она, по-моему, ничего с Т-95 не делает. А он ведь вообще ни зачем не укрыт. Давай, 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 давай. Ну, гусли, чини, 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 чини гусли. Чини гусли ты. Воу-воу-воу-воу-воу. На меня уже переключилось. Неужели он так будет стоять и стоять? Просто получать от Т-32 в бочину. Он, да, он действительно будет так стоять. Не, он в принципе все рассчитал правильно. Единственное, что мне остается, это просто ждать. Ждать, ждать, ждать. Если я не хочу сдохнуть до конца раунда, я что-то не хочу сдохнуть. Если что, в принципе... Я подстраховать готов. Потому что после предыдущего раунда я уже ни в чем не уверен. Потому что пипец, он настает внезапно. Ух ты, ёшкин кот. Я аж испугался. Думал, меня сейчас пристрелят. Ну вот, в принципе, все. А напрямик нельзя было поехать, а? Господа. Да ладно! Да вот гади! Как же он так зацепил-то? Попал! Просто попал! Просто миллиметр! Посмотрите. Я не вылезал. Вот миллиметр буквально торчал. Хотя нет, не миллиметр. Ну как? Для него он даже не успел повернуться, он даже не свелся. Вообще нифига. Вообще не свелся. Не, ну смешно наши действуют, конечно. То есть с задницей к ним танк стоит, а они к нему все равно не поворачиваются. Смешно, очень смешно.